Долгожданное открытие офиса Всероссийского турагентства «Солнце Тур». Федеральная сеть – это безопасный отдых по низким ценам. Звоните 20 37 95. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Слободском районе на трассе камера зафиксировала, как водитель «девятки» чуть не спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На трассе у деревни Зяблицы водитель «девятки» опасно повернул на заправку. На повторе видно, что во время экстренного торможения у «Приоры» задымили шины. На южном обходе Кирова гонщика на 14-й не смутили ни попутный, ни встречный автомобиль. В Кирове на улице Московской нарушитель на Hyundai оказался не в своем ряду, но не растерялся и повернул направо. Пользовательских предпочтений, поэтому сегодня смартфон практически стоят всех, и мы думаем, что... На улице Комсомольской очевидцы наблюдали за странным водителем на «Лексусе», который проехал на красный и обрызгал пешехода. На улице Московской автор видео был в шоке, когда увидел на встречке темную иномарку. На улице Милицейской владелице машины с камерой на пути встретился водитель на «Фольксвагене», который ее несколько раз подрезал. Сначала на улице Милицейской... А затем на улице Ленина. Михаил Вагин, место происшествия.